Ашира щелкнет Мэджиска, и теперь дорога на Б, по идее, открыта. Наблюдаем за Мисутой. Он, конечно, килл дает, но что же дальше? Дальше его должны загонять. Разворот от Нафани, не позволяющий Апексу выйти. Но все это отвлекает внимание Гамбит от Мисуты, который по-прежнему жив. 23-22 секунды. Не спешит Дюпри, хотя он находит Хоббита фрагом через коннектор. Подбор от Мисуты. Вот он, опорник нашей мечты. Просто Мисута, конечно, затащил. Там Апекс грамотно пытался вылететь, хелпануть им. Апекс обычно в таких ситуациях делает как раз-таки основную работу, но он погибает, и ребятам из команды Гамбит не удалось